О запланированных к ремонту участках, они есть во всех районах республики, на совещании подробно рассказал председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Мордовии Валерий Кандрин. В 2025 году работы планируется провести на 56 участках дорог регионального и межмуниципального значения, общей протяженностью свыше 214 километров. Кроме того, сформирован резерв дорог, требующих ремонта. В него вошло 32 объекта общей протяженностью почти 130 километров. Также в плане значатся два капиталоемких объекта. Это дорога по улице Строительной в Саранске и путепровод по улице Беднодемьяновской в Рузаевке. Все объекты выбирались по результатам диагностики инструментальной, по согласованию с администрациями муниципальных районов. Соответственно, приоритетность отдавалась интенсивности движения, о чем Марат Шахерзянович говорил, чтобы интенсивность на первый уровень вводить. Но и есть участки, которые у нас идут от райцентров до населенных пунктов муниципальных районов, где есть школьные маршруты, где есть маршруты общественного транспорта. Было отмечено, что на все включенные в план объекты есть проектно-сметная документация и положительное заключение госэкспертизы. Артем Знунов заострил внимание на необходимости оперативного проведения торгов и заключения контрактов с подрядными организациями. Это позволит дорожникам своевременно и по приемлемым ценам закупить необходимые строительные материалы. Обратите внимание, что после Чумы года, вы примерно представляете же, да, с компаниями надо разговаривать, чтобы инертные материалы для дорожного строительства все внимательно посмотрели, потому что цены могут в разную сторону уходить. Поэтому эту работу проведите обязательно. У нас по объектам капитального ремонта все по наличию ПСД есть, заключение все есть. Угу. По ремонту по 8 там есть, остальные у нас будут сметами. Мы фактически там начнем уже работу по контрактации. Люди должны понимать, что они будут делать в следующем году, угу, и осуществлять закупку материалов, резервирование, закупку по понятным ценам, чтобы у них экономика была. Вот, чтобы мы не встретили неприятности с точки зрения нехватки средств. Не затягивая, проводите конкурсы, определяйте подрядчиков. Юлия Исайкина, «Народные новости».